Движение первых – это название организации Всероссийского движения детей и молодежи. В Черкесске прошла церемония открытия регионального отделения. О задачах и целях движения рассказали его участники. Подробности у Али Баташева. Миссия нашего движения – это в первую очередь быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении и быть первыми. Участники движения действуют как одна команда, помогая друг другу в учебе, труде, поиске и раскрытии таланта каждого. Взаимопомощи, взаимоуважение, единство многонационального народа России, верность исторической памяти – главные нравственные ориентиры движения первых. Владислав Бабич – один из первых членов новой детской организации республики. Чтобы сплотить молодежь, чтобы двигаться, помогать друг другу, поддерживать. И сейчас главной задачей движения состоит создание благоприятных условий, такой среды для реализации множества инициатив детей, множества проектов, чтобы уже у Российской Федерации на базе молодежи была такая мощная сила, и чтобы множество детей могли найти себе направление, как-то развиваться. Именно мы были отправлены участниками от Карачао-Черкесской республики, делегатами, которые избирали миссию, цели, название. И в том числе благодаря нам было выбрано название «Движение первых», и теперь наш проект, наше движение называется «Российское движение детей и молодежи. Движение первых». Ребят поздравили представители Министерства по делам молодежи Карачаево-Черкесии и председатель регионального отделения движения первых Карачаево-Черкесии Алина Качкарова. Любое движение, любой форум, любое мероприятие, где ты участвуешь, я имею в виду ребенка, да, это инвестиция в себя. Это самое главное, что может сделать для себя ребенок. Я огромную благодарность хочу выразить родителям, которые всегда поддерживают своих детей в таких начинаниях. Деятельность детской организации «Движение первых» насчитывает 12 направлений, среди которых образование, культура, искусство, спорт, патриотизм, волонтерство, экология, охрана природы и другие. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия.